Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1379. События дня. Евангелие от Иоанна 5:39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. За 25 сентября 2019 года. Обращение о помощи. Курсором останавливайте, затормозите и прочитайте, что нужно, посмотрите. Это из первого тома «Открытым оком».
Что в этот день? Погода хорошая была. Похоже, вчера Игорь Барабаш закончил уборочную. Теперь нужно обрабатывать зерно, все, что есть, горох, лен, ячмень. Склад новый у него нынче. Ну, расширил дело. А мы огородчик, который около Камогорихи, решили там подремонтировать. Столбы сгнили, ограда повалилась, и все это восстановили, сколько могли. А после обеда, ну, столбы привезли, столбушки 11 штук на тележке. Все как-то так ровно идет, как по заказу. Где-то что-то раз и нашлось. Коровники брошенные. 50 лет никто не касался их. И мы решили убрать деревья, которые наросли внутри и рядом. Клен и бузина. Немного я поснимал, показал. Почему? Да мало ли что. Может, кто-то думает там скотину разводить. Она разрушена, шлаколитое там. Ну, но все равно фундамент есть. Стенки кое-где сохранились. И когда домой шли, шли мимо бывшей кузницы. Ее и не видно. Там деревья, деревья. И там тоже деревья убрали. Потому что тут что-то с землей сейчас там решать будет, где что, у вас что было. И 24 октября собирать будут в районе там и в Корчной. Ну и наши там будут. И вот теперь эти места, которые мы освободили, нужно что-то сделать там, как говорят, приватизировать эти развалины. Иначе потом, когда отстроят кто-то, могут и отнять. Ну, то есть, такое неумное все. Заброшенное зайти невозможно. Я не говорю, что все заросло крапивой, терном. Ну, репьем. Целый день отбирал с себя репей. Ну, вот вечером перед ужином второй день все. Мне о встрече говорил Алексей. Ему сбросил наш знакомый, хозяин бульдозера. Купили они специально очищать пруды. Работает насос. И как они это делают. Но нынче уже ничего не будет. Очищать не будем. За кубометр у них. По кубометру. Ну, это, конечно, дорогое. Супер дорогое удовольствие вряд ли когда будет здесь. Самим нужно иметь такой аппарат. И вот события дня. Вот и все. Благодарим Бога за все, что Он нам дает. Аллилуйя.